Слава Иисусу Христу! Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1478. События дня. Откровение 1.17.18. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есть первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. И имею ключи ада и смерти». За 29 декабря 2019 года. У нас обращение тут есть о помощи. Помочь купить комбайн старости. Вы задерживаете курсором и так посчитаете. И тут 4 ролика, которые показывают, как живет он. И далее тут какая переписка бывает. Все, я здесь все поместил. Вот в моем мире у меня за год было 4500 писем. Еще воскресный день был, как всегда стали. Рано батюшки не было, богослужение. Потом собрание, как всегда. Трапеза и занятия. Потом поехали к одному брату на дом, мы съездили. Его давно не было. Причина одна такая была. Споткнулся он крепко. Вот, вернулись. Тут 4 часа уже общее. Заходим в чат-рулетку. А в 6
занятия по скайпу, тоже по скайпу. Вот так прошел день. По милости Божией. Никаких таких происшествий больше не было. Да и все. Во славу Божию.